На базе гимназии номер 2 прошел турнир по настольному теннису среди подопечных с ограниченными возможностями комплексного центра социального обслуживания населения совместно с отделом по физической культуре и спорту муниципального образования город Хасавюрт. В официальной части соревнования главные инициаторы отметили, что ключевым является показать, что несмотря на некоторые ограничения в физическом здоровье, каждый из участников способен вести достаточно общественно активный образ жизни. Дорогие друзья, дорогие участники! Главное в этом ваше участие, что вы пришли, чтобы друг друга поприветствовали. Подопечные комплексного центра регулярно участвуют на различных соревнованиях и конкурсах. Как отметили сами участники, подобного рода мероприятия очень интересны. Каждый пробует свои силы и умения. Помимо теннисной игры проводятся турниры по шахматам, регби, гонки на колясках, что позволяет выявлять индивидуальные способности каждого. Также игроки выразили благодарность организаторам за регулярно проводимые культурно-массовые и спортивные мероприятия. Спасибо им большое. Дай Бог здоровья, что вот так делать тоже нам. И всем коллективам, и это как благодарность. Как отметили инициаторы, данная игра проводится впервые, но, как они надеются, станет ежегодной. Общее количество участников составило более 20 человек. По результатам турнира первое место присудили Магомеду Магомедову, вторым стал Сайгид Абакаров и третьим Махмуд Нургушев. Все участники получили подарки в виде продовольственных пакетов. Победители были поощрены денежными вознаграждениями и грамотами. Бека Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа.